открытый силовой хоккей в исполнении команд. Результативный хоккей, это здорово. И остановиться часто непросто после этого. Яшкин создает гол для Эмиля Галимова. 2-2. Яшкин, он влез в эту драку сначала с двумя соперниками. Потом с тремя отвоевал шайбу, доставил до пятак. Ну а дальше хорошие вещи происходят с теми людьми, которые делают все правильно. Яшкин и в этом эпизоде просто воду из камня выжил. Яшкин берет на себя очень много борьбы, всю ее выигрывает, дальше простреливает на пятак. И Галимов исполняет номер из репертуара Криштиану Роналду. Таких это всегда для вратаря очень тяжело. И не просто, когда шайб меняет направление своего движения. Ну, вратарю вообще не просто, а сейчас будет еще сложнее. 4-4! Эмиль Галимов дубль оформляет. Да, вот это матч. Причем тоже большая умница, что за ворот не уехал, да, а пошел на пятак в расчете на второй шанс. И так и вообще атака со вбрасывания в зоне обороны. Но как бы показывает о том, что что-то в обороне пошло явно не так для обороняющейся команды. Команда так отбегали в первом периоде, что сейчас вот отголоски начинают докатываться сюда, в третий. Потому что эмоции-то, конечно, еще остались. А вот сил уже нет. Галимов. Трюк со шляпой. 6-4. Отобрали шайбу на входе в зону и быстренько отправились в атаку. И здесь Яшкин, Хуснутдинов, Рукавишников не первый раз поддерживает атаку своей команды. И все сделали здорово. И бросок, включая бросок Эмиля Галимова. Ну так вот, к этим четырем до сегодняшнего матча он добавляет 3 шайбы сегодня. Ну и быстрого Галимова. Почему бы и не выпустить? Тем более, что у него сегодня горит Галимов! 4-я там! Эмиль Галимов, вот теперь он забросил сегодня столько же, сколько за весь регулярный чемпионат вместе взятый. Фантастика. И причем такого еще не было. Тоже на этот раз отличные индивидуальные действия Галимова приводят к 7-й заброшенной шайбе СКА. И тут как раз вот то пространство, которое возникло, чуть-чуть его, чуть-чуть побольше. Но, тем не менее, игрока в обороне Акбарсу не хватило. Одного защитника отыграли. И в конечном итоге смотрим здесь. Вот Токранов остановился, пошел на одного, дернулся на другого. Но фланг свой уже оставил и не подстраховали партнера. Никто не успел прикрыть фланг Токранова. А Галимов все сделал здорово.